Может, сейчас как долбанувшись, а чемпион останется где-нибудь. Там никак потом не представляют. Старт когда устанет? Это все на камеру? Когда победитель остановится? Да, мы едем. Добро пожаловать. Какой класс выбираешь? Какой номер? Thank you.
хрень была, серьезно. Ну как обычно вообще. Ну трасса сама. У меня руки устали, блин, пиздец. И нет. Ну что я могу сказать? Даже эмоций нет. Просто постоянное напряжение. Постоянное напряжение, уставшие руки. Вот что я могу сказать. Так, куда нам? Мужчина, база есть. Блин, он не дает мне этот контрадруг. Это смущало. Да, странно, когда ты делаешь машину. Да, это кто, Алекс? А, так. Завершились в этот же момент, завершились тесты второй группы, которые решили попробовать зимний картинг на картодроме «Пилот». Сейчас мы позвоним и узнаем, как у них дела. К сожалению, никто не отвечает, но будем надеяться, что у них тоже все прошло хорошо. Сегодня присутствовала возможная новая команда Speedmax, и эта команда победила, собственно, в тестах. Команда, которая также подает заявку от Ильи Варфоломеева, к сожалению, не смогла присутствовать. Но я думаю, мы увидим их позже.